снова в эфире телеканала «Самара ГИС». Программа о животных «Хочу домой». 14 января в 18:15 вы увидите. Самое время заняться зимним ездовым увлечением. Бегать могут не только хаски, но и метисы. Наши видеовизитки. Два кота и две собаки хотят уйти из приюта к новым добрым владельцам. И традиционно гости в студии Сучкова Татьяна и Марина Деркасова, руководители и волонтеры зооприюта «Кот Бегемот». Обсуждаем и помогаем решить проблемы бездомных и брошенных животных. Смотрите в пятницу в 18:15 на телеканале «Самара ГИС» программу «Хочу домой».